Товарооборот между казахстанскими и башкирскими компаниями за 10 месяцев 2021 года составил $300 миллионов, что на 10% выше показателя 2019 года. При этом стоит задача довести оборот до $1 миллиард уже в ближайшие годы, сказал премьер-министр Казахстана Аскар Мамин на Международной неделе бизнеса в Уфе в субботу. По итогам 10 месяцев товарооборот между Казахстаном и Башкортостаном вырос на 32%. Он составил более $300 миллионов, этот показатель выше допандемийного уровня 2019 года на 10%, сообщил Мамин. При этом потенциально показатель может увеличиться в 3 раза в ближайшие годы. Казахстан намерен стремиться к этому, отметил премьер-министр. Объемы торговли, о которых мы говорим, $300 миллионов по итогам года, пусть это будет $400 миллионов, это не те объемы. Они не соответствуют тому потенциалу, который имеется. Наша задача, думаю, в ближайшее время уже иметь торговый оборот как минимум $1 миллиард. Потенциал для этого есть. Представители бизнеса я вижу. Настроены серьезно? Наша задача создать условия и стимулировать, чтобы совместные проекты развивались и были взаимовыгодны, добавил Мамин. Глава Башкирии Радий Хабиров поддержал предложение премьер-министра Казахстана. «Будем считать, что это поручение нашим коллегам в ближайшее время. Абсолютно реальные цифры. Давайте вместе работать», — ответил Хабиров. Международная неделя бизнеса проходит в Уфе с 15 до 18 декабря. Деловую программу форума поделили на 4 тематических дня, которые посвятили экономике, экспорту, инвестициям, а также малому и среднему предпринимательству стран ШОС и БРИКС. Также запланировано пленарное заседание, посвященное сотрудничеству компаний Башкирии и Казахстана и вручение премии ТЭФИ «Капитал», «Экспортер года», «100 лучших товаров России» 2021 и «Бизнес-премии Республики Башкортостан. Время первых».